На всероссийском спортивно-патриотическом слете «Динамо детям России» выбирают лучшую пару 2016 года. 18 участников и участниц. Конкурсанты должны быть активистами в своем регионе, заниматься спортом и хорошо учиться в школе. Участники представляют 10 регионов страны. Всего за 6 туров они должны показать, что именно они достойны звания «Лучшая пара слета». Юношей и девушек оценивает компетентное жюри. Преподаватели мастер-классов по гольфу Даниил Губарев, Марина Валевская и Марина Азолина. Первый тур – визитная карточка. За 3 минуты участники должны рассказать о себе и представить свой регион. В солнечной сети, высоко-высоко в горах, живет милая девушка Мадина. С ранних лет она занимается футболом и играет в женский футбол за «Динамо» города Владикавказа. Она красива, стройна, умна. Уважает Мадина старших, чтит традиции и очень любит свою семью. Мистер и мисс слета «Динамо» должны быть не только внешне духовно красивыми, но и умными. Насколько сообразительны конкурсанты, проверит честное жюри на интеллектуальном конкурсе. Они должны назвать самые известные пары литературы и кинематографа. Руслан и Людмила. Прекрасно. Сергей Кукарека – активист в своем регионе. Для участия в конкурсе его единогласно выбрала вся команда. Мы решили с ребятами представить Ростов, представить Курган, Нарьян-Мар вместе. И вместе думали над этой программой. Я работаю в основном на публике, на мероприятия какие-то. И как бы я представляю интересы всего отряда. Но в основном это третий отряд, это не я. Музыкальный конкурс «Угадай мелодию» дается легко не всем участникам. Но ребята не унывают. Впереди еще творческий конкурс. Мальчики заплетают девочкам косички, а девушки, в свою очередь, рисуют портрет вслепую. Танцевальный конкурс покажет, насколько грациозны претенденты на звание мистера и мисс слета. Первое место в конкурсе заняли Вячеслав Тимофеев из города Тамбов и Екатерина Иванюк из Омска.